АБСМ автоматизация на сегодняшний день занимается не только развитием широкой линейки механизмов и приводов на трубопроводную арматуру, но и большая доля продукции на сегодняшний день составляет это низковольтное комплектное устройство серии XATO нашей собственной разработки. Назначение этих устройств непосредственно для управления механизмами и приводами мы используем, эксплуатируем практически во всех инвест-программах по системе энергетики на сегодняшний день. Обладаем большим портфелем заказов на нефтегазовый сектор. Это ряд компаний подразделения «Лукойл», «Газпром». Есть в данный момент в производстве большая партия изготовления щитовых устройств для судостроительной компании одного из подразделений СПО «Арктика». И в частности, основными компонентами в составе этих шкафов являются приборы контроля, приборы СУТП собственной разработки, так называемая серия интеллектуальных пускателей, на базе которых идет построение щитов разного типа управления, разного функционала. Аппаратная часть в составе этого оборудования различные, но опять же повторюсь, что на сегодняшний день основной доминирующий идет прибор собственного производства, собственных разработок. Что касается самого функционала, то вся эта аппаратная часть, скажем так, была выпущена, наверное, за последние 5 лет, постоянно модернизируется и имеет возможность построения всех систем СУТП, существующих на сегодняшний день, по крайней мере, на базе этой линейки, которая у нас имеется в нашей номенклатуре. Что хотелось бы еще отметить в производстве низковольтных комплектных устройств. Обладая большой номенклатурной линейкой, мы на сегодняшний день имеем возможность принятия заказов не только собственных разработок, но и по изготовлению конструкции документации заказчика, то есть любого нестандартного оборудования. Благодаря тому, что используем металлоконструктив не только мировых лидеров или там российского производства, таких как ДКС, Провента, Ритал, но есть еще свое собственное производство металлоконструкций, где мы активно используем уже все нестандартное оборудование, нестандартных габаритов, изготавливаем сами. Благодаря тому, что закуплен целый парк гибочного лазерного оборудования, это и дает нам возможность довольно-таки широкой унифицированной линии. Имеем большой штат своих собственных разработчиков, КБ НКУ, которое разделено как на сопровождение серийного производства, так и на развитие новых линеек. Есть, в принципе, большие планы выхода на рынок, точнее, вывода на рынок большой номенклатуры именно низковольтных комплектных устройств. Мы надеемся в ближайшие 3 года очень сильно расширить саму номенклатуру для того, чтобы покрыть, в принципе, весь существующий рынок. По крайней мере, возможность изготовления СНКУ-04 по всей номенклатуре, по всем потребностям, которые есть на сегодняшний день. Потому что, как мы, даже понимая и участвуя в инвестиционных проектах именно в первую очередь в сферах энергетики, понимаем, что потребность в данной линейке очень широка. А на сегодняшний день уделяется большое внимание и очень много компаний именно отечественных, которые возрождают свои позиции и очень сильно участвуют в этих инвестиционных проектах. И здесь мы хотели бы, наверное, в ближайшие 3 года очень активно в этих компаниях поучаствовать. Благодаря нашему штату разработчиков постоянно ведется работа в мониторинге потребностей рынка, постоянно ведется работа в модернизации, в доработке существующих решений. Очень активно и большое внимание мы уделяем мнению заказчиков в их референциях. И вот очень активно, по крайней мере, по станциям Мосэнерго идет работа по какому принципу, что все наши новые разработки, которые есть на сегодняшний день, мы постоянно передаем им в опытную эксплуатацию. И, скажем так, до выхода в серийное производство уже стараемся учесть их замечания, их пожелания в тех или иных конструктивах или в тех или иных решениях. Что как раз, наверное, и способствует большому росту и большому спросу, наверное, за последние 3 года именно в этой новой интеллектуальной линейке, на базе чего идет и основное построение практически всех низковольтных комплектных устройств нашего производства. В продолжении диалога о низковольтных комплектных устройствах
Также хотел бы обратить внимание на еще нашу одну разработку опускателей бесконтактной дирекции. На сегодняшний день это является база, фундаментом для построения целой большой широкой номенклатурной линейки у кафов управления приводами. Данная линейка опускателей выпущена нами 5 лет назад и находится сейчас в постоянной стадии модернизации, доработки, расширения всего функционала, исходя из тех пожеланий заказчика, которые мы слышим регулярно и получаем, исходя из налаженного годами диалога с службой эксплуатации станции. Линейка опускателей полностью заменяет весь широкий номенклатурный ряд приборов СУТП, которым обладал наш завод электроники и механики. Причем данный опускатель может на сегодняшний день заменить всю линейку как серийных стандартных бесконтактных опускателей, как ручных задатчиков, как блоков ручного управления. Поэтому это наша разработка, новая, уникальная, интеллектуальная. И мы сейчас активно обращаем внимание заказчиков на данную линейку. Причем она на сегодняшний день востребована, проходит по многим программам, как импортозамещение аналогов, скажем так, данной аппаратной части мировых известных брендов. И по степени надежности ничем не уступает, и как подтверждение этому, это, скажем так, постоянная большая потребность в заказах, как в составе шкафов линейки, так и в штучном владельцах экземплярах.